Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Фликс, Бульбазавр. Как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, мы никогда не записывали. У нас есть удар Мега Панч. Я буду видеть пацанов всех, это не рубрика, какой аниматроник настоящий. Это я их просто должен поймать и замочить. Если пить и кушать, приятного аппетита, а мы будем начинать. Дай я покажу, как это будет выглядеть на фантоме, допустим. Я подойду, делаю один удар, и выносится сразу 200 хп, а у них по 100. Поэтому давай, фантом, тебе сейчас дадут 100 хп. И можете разбегаться. Я вам даю 10 секунд. А убийца идет. Пока не разбегается, я вам расскажу вкратце за этот мод. Этот мод, и если я ударяю левой рукой на левую кнопку мыши, у нас удар проходит на 200 хп. Если я нажимаю правую кнопку мыши, 10 ударов, но они по 50 хп. Они, получается, они по 30. И итого 300 хп выносят. Надо дать все эти удары попасть по человеку. Все, пацаны, я иду. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И скоро у нас 1 000 000 подписчиков. Давайте ускорим этот процесс. Кнопку уже практически сделали. А давайте так, чтобы было тоже по-честному, невидимость нельзя вставать. Хотела. Опа, чуть-чуть бы и не увидел, да? Давайте, пацаны, начинается веселье. Попаду, не попаду, попаду, не... Ах ты жопа жирная. Хорошо, убегаешь. Давай, давай, насколько тебя хватит? Кстати, я бы не хопом реально тебя догоняю. Ой. Отлично. Фликс, ты был очень хорошим человеком, но не до конца. Был. Бери тоже аниматроника и... Ой, бери тоже человека, это оружие. Надеюсь, ты это оружие найдешь. Называется Мега Панч. Отлично, вы что такие легкие, Бульбазавр. Да, о, да. Привет, Димас. О, я иду к тебе. А ну стой, 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 классно бегаешь. Вы не забывайте, что у нас есть аниматроники, которые могут ходить по потолкам, ой, по стене. Да, я даже, кстати, своим бенни-хопом. Еще б чуть-чуть бы и попал. Вот тебе повезло просто. А, ну иди сюда. Давай, мочи, только ты ж меня не убей. У меня 100 хп всего. А меня бросил. Я тут поищу. Я тебя обманул. Ну еще б чуть-чуть и попал бы, ну блин. Я тебя видел там все равно. А я глумлюсь над тобой. Да, я сейчас возьму, как-то попаду по тебе случайно. Может, есть какое-то оружие? F, пробел, Ctrl. И ничего больше не могу сделать. О, мне главное, что ты зашел вовнутрь. И вот сейчас я тебя поймаю. Давай, давай, давай. Потерял? Не. Не успел закрыть. Акула, ой, давай Фликс, ему засаду сделаем. Фликс, давай, погнали вместе. А, ты, блин, я попал по стене, не на по тебе. Так, у тебя 100 хп, да, все по-честному. Вот, блин. Ой, блин. Мы с этим оружием можем сделать потом классные бои на арене. Мне интересно, давайте пока они его мочат, мы сделаем одну фишку. Мы проверим, если я возьму, поставлю машину. Ой. И я ей ударю, ладно. Она отлетит. Нет, а если я поставлю машину с Мафией 2? Ой. Не, не отлетает. Было бы классно, если бы у нас было такое оружие, когда машина отлетает. Ой, блин, извини! Ты скин аниматроника у тебя. Иди сюда. А я думал, что ты настоящий. А кажется, что я один остался. А, мне кажется... Нет, он еще этот... Фантом. Масс. Давай, иди, беги, беги за мной. Записывает ролик с Димас. Давай, иди сюда. Да не, ну с тобой неинтересно, ты кусок говна, надо, чтобы нас много собралось. Короче, давай, даже с тобой, я за тобой даже гоняться не буду. От жопа. Поди. Вот, вот еще. Аниматроник попал, что ли? Нет. Нет? А, да, попал. А сколько у тебя осталось? Сейчас. Блин, еще б чуть-чуть бы.
На правую кнопку мыши надо жмякать, случайно попадешь, когда они рядом бегают. Ой, извини. Ты чё прыгал мне на спину? Алло. Я могу, кстати, когда нажимаю эту кнопку, я могу бегать и прыгать. Не хочешь бегать, да? Да я задрался уже, у меня уже этот персонаж устал. Все, отвали. О, какой буин. Я псих. Тебя изолировать надо. Открой дверь. А ты, блин, так хочу тебя убить, я не могу. А смотри, мимо пробежал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Трей-троллер. Я прям в тебе застрял, ты меня не ударил. Случайно. Блин, не успел. Пацаны, перерывать. Как же нам засаду сделать? Он реально взял быстрого аниматроника. Какой быстрый? А что, это медленный, ты считаешь? Есть еще быстрее. Да я видел, ты взял летучего Фредди. Я видел, что-то уже было прям чересчур. Там еще... Не, там голова летающая есть, это самый быстрый. Вот она там... Мы же снимали твой ролик. У фантома 50 хп. Да? Да, почти убили. Это я разок попал по нему. На эти слабыми ударами, да. Я уже устал бегать. Если честно, точнее. Я тоже устал. Хорошо, давай тогда мы сделаем по-другому. Не надо бомб. А что вы тут делаете? Ой. Ой, извините, пацаны, я всех убил, из себя тоже. А вот это? Не, это не надо. Надо. Не то. Отличная рожка. Это было страшно. А ну давайте возьмем вот это. Ай-яй-яй-яй-яй. А что ты хотел? Я уже надо делать за тебя бегать. Поэтому будем мы тебя мочить, а ты попытайся уклониться. Я шучу, ты мне урон вообще не сносишь. Да? Да. Подождите, стоп, сон пропишем, потому что играет какая-то очень веселая музыка. Какую же оружие хотел убить? Слабая. А, это же супер панч. Хорошо. Так. Оттуда. Блин, ай-яй-яй. Кулаки сильнее, чем мое оружие, в 1000 раз. Убили, крошка. Я думал, ты будешь лучше играть, чем тот пацан. Так, давай, где он? Фликс, какой у тебя? Ты, получается, Бонни, да, разрушенный? Фантом. Фантомный Бонни. На улице? На улице. Прощай, последние твои слова. Отлично. Пацаны, теперь хочу, знаете, что сделать? Я один, а вы все против меня. О, давай. Вы готовы? Потому что все говорят иногда раз, что давай, Димас, и ты поубегай. Так, давайте возьмем того, кого будет очень тяжело догнать. И у нас такой есть, например... Ну что, давайте, попробуйте меня ударить. Если у вас получится. А, КП надо выдать. Да, уже выдали сотку, есть уже. Да. Да. Куда без... Ой. Догоню. Нормально, да, пацаны, пойдет? Нереально, да, догнать меня? Вообще нереально. А я бегаю. Я вовнутрь забегаю, пацаны. Мне кажется, вас. О! Ну я идиот, ну почему я не обижал? Все, давайте последний раз. Полетели. Классный аниматроник. Только я лечу и слышу звук своих шагов. Это очень странно. Могли убрать их. Ты меня не убьешь. Убил. Чего? Я тебе по сраке прям думал. Ой, извини, не хотел. Ай. Да отвечаю, что... Да случайно нажал кнопку удара. Ладно, я специально это сделал. Кстати, знаете, что я хочу завтра скачать? Обновить. Я удалю нынешние некоторые паки на бомбы и новые скача бомбы. С разными эффектами. Есть такая бомба, когда еще
очень долго зеленая радиация местами появляется. Я знаю. Вот такие хочу, типа выживания запилить. Я вижу. Ну что, давайте. Смертельная схватка в столовке. Главное, шо? Проигра. Бульбазавр молодец, всех убил. И меня, и себя, и других. И гидрус, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.